как всегда, этот конкурс на высоте. Это компания дружных, сплоченных людей, которые делают вот такой праздник для детей, для нас, потому что для членов жюри и для взрослых людей это тоже определенного рода праздник, определенного рода такая планочка. Мы меняемся, мы общаемся, мы встречаемся. Поэтому, конечно, праздник вот состоялся, и мы очень рады, и все прошло на ура. И надеюсь, что все останутся довольны. Кому это надо, тот, конечно, оценит. Если действительно люди и дети открыты к этому процессу, если руководитель готов и правильно ведет свой коллектив, правильно воспитывает и правильно открывает пути для коллектива, конечно, это нужно, необходимо, и это будет иметь, наверное, дальнейшее развитие.